Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Рианик», в которой мы учим слова на татарском языке. Вместе с вами и нашими участниками давайте с ними познакомимся. В нашей игре принимают участие две команды. Это семья Гизятовых, Хайдар и его мама Ландыш. И Самира Касимова с прабабушкой Виолеттой Резаевной. Здравствуйте. Привет. Хайдар с 4 лет занимается хоккеем, и в будущем он хочет стать нападающим Акбарса. Его мечту поддерживают его родные и близкие. Да и нам кажется, что его мечта в скором будущем обязательно сбудется. Хайдар, а что ты делаешь, чтобы твоя мечта сбылась? Я тренируюсь, не пропускаю тренировки. А следишь за играми Акбарса? Да. Это очень здорово. Ландыш, а не страшно было отдавать сына в хоккей, потому что этот вид спорта не самый легкий? Нет, не страшно. Как говорится, в хоккей играют настоящие мужчины. К тому же любой вид спорта, в принципе, травмоопасен. Не только хоккей. Ну, мы надеемся, что он в будущем станет настоящим мужчиной, как поются песни. Трус никогда не играет в хоккей. Дай бог, Алла Берса. Пусть так и будет. Ну а вторая наша героиня, Самира, очень любит петь. Она участница многих конкурсов и телевизионных проектов. Также снимается в казанских выпусках сериала «Ералаш» и озвучивает рекламные ролики. Внимание на экран. Стойте! Да успокойтесь вы! Ухожу я, ухожу! Не нужны мне ваши пешки! Я домашку по математике решала! Очень здорово. Самира, а расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с волнением, когда выходишь на сцену? Я волнуюсь только, когда недостаточно подготовлена. Поэтому я стараюсь много повторять с мамой и с педагогом. И смело вхожу на сцену. Виолетта Ханым, расскажите, а как вы видите ее будущее? Кем она хочет стать? Ой, я ее вижу очень целенаправленной, трудолюбивой девочкой. А уж что там она надумает и кем она станет быть, это ее, так говорит, судьба. Поэтому я хочу, чтобы она с такой же трудолюбием, с такой же целенаправленностью ушла к своей мечте. А уж какая она будет, время покажет. Совершенно верно. Я очень рад знакомству с вами. Друзья, мы познакомились с нашими участниками. Пора начинать нашу игру. Тема сегодня – зоопарк. Правила первого тура, который называется «Жауаптап», очень просты. Нашим командам предстоит увидеть рассуждения детей, которые говорят о животных. И назвать, собственно говоря, это животные. Уважаемые команды, вопросы я буду задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. В случае неверного ответа вторая команда получает шанс ответить. И если все понятно, смотрим на экран. Он бывает серым, большим. У него большие уши. И длинный нос. Еще ноги большие. Он сам большой. Еще он может топтать. А еще он боится мышек. Он живет в Индии. В Таиланде все любят кататься на нем. Хайдар Ландыш, как вы думаете, о каком животном идет речь? Слон. Слон? А почему ты так думаешь? Потому что у слона уши большие. И вот он... И он живет в Индии? Да. Да? Это правильный ответ, ты получаешь 1 балл. Ну а слон по-татарски фильм. Мы продолжаем со второй командой. Внимание на экран. У него есть волосы. Я делаю это так. Он такой дикий. У него есть такая шерсть. Он большой, мохнатый и зубастый. Мы боимся, что он большой и на нас будет рычать. А что, немного боимся, потому что мы любим их. Он очень злой. Они похожи на больших кошек. Он царь зверей. Самира, кто же царь всех зверей, как ты думаешь? Лев. Лев. Ты тоже считаешь, что лев царь всех зверей? Да. Ну и молодец. И ты дала правильный ответ. 1 балл твоей команде. А лев по-татарски Араслан. Мы вновь продолжаем с Хайдаром и Ландыш. Внимание на экран. Она бывает шустрой. Лает по деревьям. Маленькая.
маленькие бывают. Она едет бананы. Их можно увидеть в цирке. Кладет сумки у кого-то, кто пришел за папой. Итак, Хайдар Ландыш. Хайдар? Обезьяна. Обезьяна? Ты любишь обезьян? Да. Молодец. 1 балл твоей команде, потому что это правильный ответ. Я вас поздравляю. Молодец. Обезьяна по-татарски маймал. Самира, ты готова продолжать? Да. Тогда внимание на экран. Он далеко прыгает. Она прыгает. И у него есть кармашек еще. Да, кармашек. У него очень длинный хвост. И это животное живет в Австралии. Самира, как ты думаешь, о ком же идет речь? Кенгуру. Кенгуру? Почему ты так думаешь? Потому что она далеко прыгает, у нее есть сумка. Совершенно верно, это кенгуру. А кенгуру по-татарски кенгуря. И вы получаете 1 балл в копилку вашей команды. Ну а впереди 5-й вопрос. На него мы отвечаем с помощью игрушек. Поэтому берите игрушки в руки. Хайдар уже взял. Как только мы досмотрим, обязательно нужно досмотреть до конца следующий сюжет. Кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Смотрим на экран. Он очень много пьет воды. У него есть горбун или 2 или 1. Он живет в пустыне, у него есть борода. Потерялся в пустыне, на него садятся и все. Это животное плюется. Итак, Самира была первой. Кто же плюется? Верблюд. Кто-кто? Верблюд. Верблюд. Как думает Хайдар? Я думаю, тоже верблюд. Тоже верблюд. Ну и правильно делаешь, но 1 балл уходит Самире, потому что она первая нажала на игрушку и ответила правильно. Аплодисменты на верблюд по-татарски «Дея». Ну что ж, со счетом 3-2 в пользу Самиры и Виолетты Ханым мы переходим во второй тур. Прежде чем начать второй тур нашей программы, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Самира, как будет по-татарски «слон»? «Фи». «Дрэс». Хайдар, как будет по-татарски «лев»? «Арслан». Умница. Самира, как будет по-татарски «обезьяна»? «Маймыл». «Маймыл». «Дрэс». Хайдар, как будет по-татарски «кенгуру»? «Кенгара». Умница. И, Самира, тебе слово «верблюд». «Дея». Хорошо. Мы повторили слова, и пора начинать второй тур, который называется «Истехолдер». Уважаемые команды, сейчас вы увидите 9 ячеек, где будут расположены животные. За 15 секунд вам нужно запомнить расположение этих животных. Как только время закончится, мы закрываем картинки цифрами, и вам нужно будет назвать, под какой цифрой какое животное находится. Естественно, отвечай на мои вопросы. Готовы? Да. Итак, время. Смотрим на экран. Итак, время вышло, пора отвечать на мои вопросы. Так, с кого начнем? Хайдар, давай начнем с тебя. В какой ячейке находится слон, филь? Слон. В 7-й. В 7-й. Давайте открывать 7-ю ячейку. И это правильный ответ. 1 балл в твою команду. Я тебя поздравляю. Самира, в какой ячейке находится лев, Арслан? В третьей, смело сказала Самира. Открываем 3-ю ячейку, и это правильный ответ. Умница. Ландыш, в какой ячейке находится обезьяна, маймыл? Ячейка номер 1. Номер 1, давайте открывать. И это правильный ответ, 1 балл в вашей команде. Да. Продолжаем. Самира, тебе вопрос. В какой ячейке находится верблюд, Дее? В четвертой. Открываем 4-ю ячейку. Это правильный ответ. 1 балл твоей команде. В какой ячейке находится кенгуру? Во второй. Открываем 2-ю ячейку. И там кенгуру. Совершенно верно. 1 балл в твою команду. Тема сегодняшней игры – зоопарк. Давайте повторим слова, которые мы сегодня выучили. Итак, лев, Арслан, верблюд, Дея. Кенгуру, кенгуре, слон, филь, обезьяна, маймыл. Мы готовы начать 3-й тур, уважаемые команды. Сейчас я буду загадывать загадки, которые, естественно, связаны с животными. Ваша задача их
отгадать. Итак, на этот раз начнем с Самиры. Самира, тебе первая загадка. Был всегда и будет ныне. Другом людям он в пустыне. Ест и пьет все про запас. Этим удивляет нас. На кого девица лют? Дети, это же... Верблюд. Верблюд, совершенно верно. Один балл твоей команде. Хайдар, тебе следующая загадка. Ростом он с большую башню, но ни чуточку не страшный. Добродушен и силен. Африканский чудо... Слон. Слон, совершенно верно. Один балл тебе. Ну а третью загадку мы будем отгадывать с помощью наших игрушек. Кто первым нажмет, тот и будет первым отвечать. Итак, слушаем внимательно. Ростом он чуть меньше мамы, непослушный и упрямый. Испугался, как в нору, в сумке к маме... Синхронно нажали. Итак, давайте услышим вариант каждой команды. Хайдар, как ты думаешь? Испугался, как в нору, в сумку к маме... Кенгуру. Кенгуру, думает Хайдар. Как же думает Самира? Кенгуру. И это правильный ответ. Обе команды получают один балл. Я вас поздравляю. На этом наша программа подошла к концу. Эй, син тілім, ойлы тінім, йоқты кінім. Әрімнерден әші болдан тотлы тілім. Сені сақлап қалыр үшін көпме білім керекліген оңладым мен. Бельдем Буген и Пьязган Лена Шагиржан. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. На сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Келесо Шрашларга, Кадар Сау Булагас. Пока-пока.